Platform number 1. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. Января, Тирупати, вокзал. Жду свой поезд ночной. Сейчас 3 часа. Ждать еще 7 часов. Приезжаю в Майсур. На Даршан Баладжи попасть так и не удалось. Попробую еще купить билет, может быть, 25 января, насколько я понял, они начнут продаваться на следующий месяц. Может быть, в феврале тогда еще сюда вернусь, в Тирупати. Индии поезда отправляются очень медленно, чтобы каждый успел запрыгнуть в открытую дверь, если вдруг он вышел из поезда, купить себе чипсов или умыться. Класс. Розеточки есть, зеркало, стоп-кран, дополнительная розетка мне на верхнюю полку, вентиляторы. Вот это тоже полка, она поднимается, и здесь получается 3 этажа. Для зарядки мобильников розетки, и рядом с ними вот такие вот сеточки, тогда мобильник кладется и заряжается. Приезжаем к Майсуру. Нужно сказать, прохладно было ночью ехать, и сейчас не жарко. Хотел обзор поезда, пожалуйста. Здесь есть умывальник. Зеркало.
туалета два вида. Один в индийском стиле, второй в западном стиле. Двери никогда не закрываются, хлопают периодически. Вагон уже практически пустой, потому что конечная станция буквально одна-две и все. Вот кто спрашивал, откуда дымка берется. Вот, пожалуйста, откуда дымка. Я уже вышел с вокзала, стою на автобусной остановке. Вот сюда должен прийти автобус номер 119, и он меня завезет прям почти к тому месту, где я снял комнату, точнее там целая квартира. Мы посмотрим. Вот здесь такой парк. Люди гуляют, утренняя прогулка перед работой, пробежка у кого-то спортивная ходьба. Бурундучки прыгают. Рупий талончик стоит. Едем потихоньку. Я нашел квартиру, где я должен жить, но они сказали мне в 12 приходить. То ли еще не готово, не убрано, то ли нету хозяина. Короче, теперь мне до 12 нужно где-то перетусоваться, тогда можно будет заселиться. Хотя вчера он мне сказал, ну я ему... Когда он мне позвонил вчера, я на вокзале был, я говорю, мой поезд приезжает в 7 утра. Он говорит, ну, сразу и приходи. Ну, я так его понял. Ну, я поэтому и пошел сразу. Приземлился вот в этом парке. Немножко нужно подождать. В парке по периметру есть деревья и скамейки. Студенты здесь прогуливают уроки. Ну и я вот сижу на скамеечке. Мусорок нету, поэтому мусор везде разбросан. Они здесь перекусывают и сразу сорят. Еще здесь есть сетка вот натянута для игры в волейбол. Ну и все, собственно, мини-парк такой. Вот сижу, жду 12 часов. Ну, я уже заселился. Вот такие апартаменты за 765 рупий через Booking. Но это 765 получается, если один. Если больше, тогда... дороже получается, соответственно. Вот такая кухня. Вода есть. Вытяжка. Такая вот электроплитка. Посуда. Холодильник. Здесь
какая-то зона для чего-то, типа балкона с кранами. Холл большой. Эту комнату закрыли, чтобы я не пользовался. Здесь один туалет. Раковина есть. Вот такая комната с балконом. Шкафы. И здесь душ, туалет. Чисто для этой комнаты. Бойлер есть. На букинге, где я бронировал, там еще было указано, что завтрак включен. То есть, по идее, они мне должны давать бесплатный завтрак еще. Но что-то этот парнишка, который здесь обслуживает, что-то он сказал, что завтрака никакого не включено. Вот такие вот. Такие вот комнаты. Wi-Fi тоже есть. Вот такая вот маленькая штучка. Дает интернет. Там симка, похоже, вставлена. Ну вот так вот, пока неделю буду здесь жить. Уже сходил в магазин. Купил цветную капусту. Кабачок такой. 20 рупий завесил. Риса 660 грамм, 25 рупий. Здесь огурцы, один рупий килограмм, 16,84. Вот немножко бананов. 22 рупии килограмм, на 20 рупий с копейками получилось. Ну и йогурт еще купил к рису. Вот такие дела.